Друзья, привет всем! Сегодня будет торговля, будем учиться скальпингу, разберу свои убыточные сделки, покажу вам свою полную торговую сессию. Обязательно досмотрите это видео до конца. Я завел себе новый счет, потому что вы знаете, что старый счет мне заблокировали, так как я дал от него доступ всем своим подписчикам. Тот, кто успел, тот посмотрел все, что для него было нужно. А мы с вами начинаем уже новый этап после блокировки Олимпа в России. Этот счет я завел в долларах. В рублях мы поторговали, давайте поторгуем в долларах. Итак, погнали. Так, пополняем счет. Выбираю я платежную систему ePayments. Буду пополнять на 2000 долларов. Ищу приветственный бонус. Его здесь нет, бонус на 100%. И я решил пополнить без бонуса. Так, обрезаю видео, ваш платеж успешно исполнен. На счету у меня 2000 долларов. Когда вы пополняете свой счет на 2000 долларов, вам автоматически присваивают VIP-статус. Автоматически. Итак, как я буду сегодня торговать? Подписчики меня просили, чтобы в новом видео я поторговал фиксой. Итак, напомню вам еще раз три ключа, без которых заработок на бинарных опционах невозможен. Вы никогда не будете здесь зарабатывать без трех ключей. Первый ключ – это стратегия. Вам нужно торговать по одной стратегии. У меня это скальпинг. Одна единственная стратегия. Второй ключ – это money management. В моем случае это 10% от начального депозита. То есть 200 долларов на одну сделку. 200 долларов. Не 100, не 500. 200 долларов. Даже если мой депозит будет расти, все равно 200 долларов. Потому что вы знаете, что я торгую с догонами. И первая сделка у меня до 1% от депозита. Потом я сделки увеличиваю. Сегодня буду торговать фиксой. Я вам запишу отдельное видео, в котором разберу две стратегии. И третий ключ – это риск менеджмент. От 2 до 5 сигналов за торговую сессию. Это обязательное правило. От 2 до 5. Ни больше, ни меньше. Ни 6, ни 10, ни 20. За одну торговую сессию вы максимум должны заключить 5 сигналов. Все, ребят. Ну что, первая ситуация, смотрите, здесь я буду заходить на понижение от уровня сопротивления. Здесь у нас шикарный коридор, есть уровень поддержки. Вот, отличная точка, и я захожу на понижение от уровня сопротивления. Но смотрите, цена идет выше. Ребята, такое случается. Не бывает идеальных уровней. Вернее, бывают они, но очень редко. Я зашел в нормальной точке, да, но цена пошла вверх. Такое случается. Это рынок, ему похрен. Никто никогда не может на 100% спрогнозировать, да, вот идеальную точку. Вот, здесь вроде бы все отлично. Я думал, что у меня сделочка зайдет, но последнюю секунду меня закрывает в один пункт. Ничего страшного, идем дальше. Видите, нарвались на движение вверх. Но анализ у нас был правильным. По анализу цена от уровня сопротивления должна пойти вниз. Вот, видите? Цена идет вниз. Все нормально. Анализ был правильным. Но мы зашли в неудачной точке. Такое бывает. Часто такие ситуации у нас по сигналам, да? Есть идеальный скальпинг, идеальные точки, но эти точки размыты. Вот нет... Вернее, идеальных точек нет. Есть уровень сопротивления, мы от него заходим, но цена идет немного выше. Смотрите, вот здесь есть идеальный уровень поддержки. У нас разворот, и я захожу от разворота на повышение. Давайте вот разбирать эти ситуации. Многие подписчики говорят: блин, я правильно захожу, а у меня сделки не заходят. Это рынок, нету здесь правильно, неправильно. Мы просто предполагаем, что сейчас цена пойдет вверх.
Вот, смотрите здесь. Отличный уровень поддержки, да? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть касаний было. Но, видите, цена идет вниз. Такое случается. Вот. Я уже, видите, немного корректирую этот уровень поддержки. Попали мы в такую ситуацию, да? И сделочка закрывается в минус. Это не значит, что у нас анализ неправильный. Анализ у нас правильный. Уровень поддержки сохраняется. Но зашли мы в неудачной точке. Вот и все. Будьте готовы к таким ситуациям. Видите, я здесь захожу на минутку, потому что минутки достаточно. Если тут заходить на 5 минут, понятное дело, что... цена может опять вернуться, например, в точку входа. 5 минут здесь много. Но видите, я нарвался на такие ситуации. Не переживайте, если вы нарываетесь на такие ситуации. Это нормально. С опытом вы будете все меньше и меньше нарываться на такие ситуации. Но они будут всегда. Вот. Я словил отличную просадку и еще раз захожу на повышение. Смотрите, видите, уровень сопротивления, поддержки вернее, у нас сохраняется. Я опять же зашел от уровня поддержки. И здесь все уже идет отлично. Поймите, нету вот четкой грани, да, нету вот четкой линии, где вы можете зайти и быть уверены. Этих линий не существует. Мы с вами просто предполагаем, а процент неудачных сделок, например, там в 20-30%, он у вас будет всегда. Всегда, запомните это. Хоть вы будете супер опытным, хоть вы все изучите в мире, всю информацию, все книги перечитаете, процент неудачных сделок у вас будет всегда. Итак, здесь все шикарно, словили просадку, сделка заходит в плюс. Видите, анализ правильный, уровень поддержки сохраняется. Параллельно я смотрю пару евро-доллар. Смотрите, здесь тоже, да, отличный скальпинг. Но сделочка у нас сорвалась первая, да? Вот, отличная точка для входа. И я захожу на повышение. Видите, если бы я в предыдущей ситуации зашел там на 3 минуты, сделка могла бы сорваться. Смотрите прошлые ситуации. Если отскок от уровня моментальный, понятное дело, нужно заходить на минутку. Здесь, видите, отскок практически моментальный. Там 5 секунд цена у уровня и пошла вверх. Здесь также, видите? Минутки достаточно. Здесь можно зайти от уровня сопротивления на понижение. Вот. Здесь шикарный сигнал. И здесь я уже хочу зайти от уровня сопротивления на понижение. Вот, еще ждем, ждем, да? Смотрите. Вот идеальная точка, да? Вот именно здесь была идеальная точка для входа, да? Потому что мы видим прошлую ситуацию. И здесь также, да? Видите, я нашел для себя два хороших коридора на валютной паре канадец-японский йен и на паре евро-доллар. И скальпирую. Все, ребята, все просто. Но бывают непредвиденные ситуации. Идеального скальпинга не бывает. Видите, два первых сигнала у меня зашли в минус. Вот наш коридор, да? И мы в нем можем скальпировать. Так, здесь все шикарно. Сделочка заходит в плюс.
Вот, идеальный сигнал, пушка. И все шикарно, да? Мы свою норму выполнили, да? Заключили 5 сделок по скальпингу и по мани-менеджменту. Все, ребята, в этом весь секрет успеха. Смотрите, да, какие здесь идеальные позиции. На паре евро-доллар еще можно было бы зайти. Вот здесь идеальная точка. Видите, я здесь еще хочу зайти. Вот, хочу зайти на 40 баксов, так как я норму уже свою выполнил. Но я вас учу дисциплине. Вот здесь, смотрите, идеальная точка для входа, да? Видите, как меняется уровень поддержки, да? Эти ситуации нужно ловить. Вот, я смотрю, что я свою норму уже выполнил. Все, нужно уходить. Ни в коем случае не нужно продолжать торговлю. Вот, смотрите, да? Все шикарно. Шестая бы сделка у нас зашла. Шестой сигнал. Но здесь нужно вовремя остановиться. Ни в коем случае не нужно продолжать торговлю. В этом секрет успеха. Риск менеджмент. Это у нас 5 сигналов, до 5 сигналов за одну торговую сессию. И уходим. Money management. 10% от депозита. И стратегия. Вот три ключа. В этом весь секрет успеха. В трех ключах. Я только что поторговал по этим трем ключам. И все шикарно, я заработал. Плюс 7% к депозиту. Но многие ребята, окрыленные успехом, продолжают торговать и сливать депозит. Я, наверное, запишу вам еще отдельное видео, где я разберу две стратегии. Когда вы торгуете фиксой и когда вы торгуете с догонами. Когда вы торгуете фиксой, у вас процент прибыльных сделок обязательно должен быть выше 60%. Иначе слив депозита, медленный слив депозита. Но зато это самая безопасная стратегия. Но когда вы торгуете с догонами, когда вы увеличиваете следующую сделку, когда предыдущая убыточная, там риски большие, очень большие. Но зато вы никогда не уходите в минус. Вы всегда идете в плюс. Так что только вам решать, по какой стратегии торговать. Это все зависит от вашего опыта. Как вы хорошо умеете находить свои ситуации. Это все зависит от времени. Сколько у вас времени на торговлю. Итак, друзья, я на этом с вами буду прощаться. Для тех, кто интересовался, как обстоят дела с выводом средств для граждан РФ, все нормально. Наоборот, люди после 31 марта выводят даже больше, чем выводили раньше. Не знаю, может, переживают, но с выводом нет вообще никаких проблем. Я смотрю по своей партнерке, все нормально. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по обучению и заработку. Первая ссылка в описании. Чтобы сюда попасть, достаточно написать в сообщение сообщества «Прими в команду». Вход возможен только таким способом, только через это сообщество. Все остальное – это мошенники. Я никогда ни у кого не прошу денег. Я никогда никому первым не пишу. У меня нет никаких помощников. Я ни с кем не сотрудничаю. Ребята, это все развод. Все оригинальные страницы в описании под моими видео в YouTube. Будьте бдительны. Если вам кто-то пишет, что я сотрудничаю с Тарасом, или переведи мне 1000 рублей на киви, это все развод. Я денег у вас не прошу. Я наоборот раздаю деньги. Я каждый день раздаю людям по 1000 рублей. Ну неужели я буду просить у вас деньги? И нажимаете «Отправить». Дальше. Смотрите статистику моих сигналов в открытом телеграм-канале. Вторая ссылка в описании. Здесь все сигналы из закрытой группы, ребята, за все время. Можете вот листать и посчитать, какой процент у нас прибыльных и убыточных сделок. Также подписывайтесь на наш канал по торговле. Здесь одна торговля. Инстардинг, торговля, сигналы для Alimtrade. Нажимайте подписаться и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В будущем, я думаю, я перезалью сюда все свои видео с торговлей, чтобы здесь была только торговля. Здесь видео выходят через день. Так что подписывайтесь, здесь много всего интересного. Также подписывайтесь на канал по мотивации. Здесь мой путь к успеху, 4-я ссылка в описании. Здесь нет никакой торговли, здесь мои мотивационные разговорные видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на основной канал, нажимайте подписаться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачной торговли, пока!